Всем привет. Сидел без дела, не знал, чем заняться, и на глаза мне попался вот такой бесперебойничек. Бесперебойничек в исправном состоянии. Единственное, у него, как обычно, дохлый аккумулятор. Ну, решил я его заменить, этот аккумулятор, на литий-ионные аккумуляторы. На вот такие вот литий-ионные аккумуляторы. И для того, чтобы установить, нужна вот такая вот плата зарядки будет. Плата зарядки и балансировки. Сейчас спаяю аккумулятор, плату балансировки. Проверю, как это все будет работать. Скрутил вот так вот в кучку аккумуляторы. Сейчас припаяю контакты. Паять нужно очень быстро, чтобы не перегреть банки. Паяльник поставил на максимум. Прижали быстренько. Отпустили. Все припаяно. Теперь с этой стороны нанесли плюс. Паяльничек на максимум. Все готово. Подготовил такие провода. Припаиваем. Так, сюда припаяли, теперь припаяем к плате, плюс. Минус. Теперь с батареей. Начинаем с минуса. Минус батареи. Дальше вторая. И последним идет плюс. Вот так это все собирается. Так. Возьмем тестер. Проверим, что мы тут насобирали. Вот, все правильно собрали, 11,7 вольта. Дальше нам нужно будет подключиться к контактам бесперебойника. Вот к этим вот. Пытаемся включить бесперебойник. Так, плюс-минус подключили. Пытаемся включить бесперебойник. Да, бесперебойничек работает. Все, выключили. Сейчас подадим напряжение 220, посмотрим, как пойдет запись. Так, напряжение на контактах 11,7. Подключаем напряжение 220 вольт. Все, видим, у нас пошла зарядка аккумуляторов. Включаю бесперебойник с подключенным литий-ионным аккумулятором и включенным в сеть 220. Бесперебойник работает. Отключаем 220. Переходит на питание от батареи. Подключаем. 220. Работает. Сейчас зарядим полностью аккумулятор. Попробую, насколько его хватит на холостом ходу. Насколько хватит батареи. Подключил компьютерный блок питания в нагрузку. Включил бесперебойник. Бесперебойник ругается на батарею. Перестал ругаться.
Почему так происходит, не знаю. Решил добавить емкость, взял такие вот аккумуляторы, 6 штук. Соединю их попарно. Потом соберу батарею. Думаю, увеличу емкость несколько раз. Возможно, поможет. Сейчас спаяю протеки. Подсобрал, значит, такую более мощную батарею. Из 6 элементов уже. 10,8. 10 вольт. Так. Сейчас включим на зарядку. Подал питание. Пошла зарядочка. Подождем, пока зарядится полностью. И будем повторно тестировать, насколько хватит данной батареи. Что, батареи зарядились. Насколько времени работы сейчас хватит? Вырубаем питание. Тридцать секунд держит. Одна минута. Напряжение падает. Минута 30. 2 минуты. 3 минуты. Напряжение 11,47. 3,5 минуты. Держит довольно-таки неплохо. 4 минуты. 7,30. Полет нормальный. Отработал бесперебойник 11 минут на этой батарее. Потом начал постоянно пищать противно, и на этом я прекратил эксперимент, насколько его хватит. Думаю, 11 минут вполне хватит, даже если будет под полной нагрузкой, минут на 5, если его будет хватать, то это будет вообще замечательно. Сейчас все это вот так заизолировал. Буду вставлять в корпус. И уже подключу компьютер. И буду уже тестировать в реальных условиях эксплуатации. На этом, думаю, переделка завершена. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.